Всем привет, друзья! Вы на канале Гансу в горе от А до Я. Меня зовут Влад. На моем канале множество различных видео по данной игре, которые вам помогут играть и развиваться. Если ты впервые смотришь мои видео, обязательно подписывайся на канал. Я снимаю как образовательные видеоролики, так и видеосражения под красивую музыку с красивыми интересными вставками. Итак, зайдя сегодня в игру, у нас появилось два новых события. Это заоблачное колесо. Тут вы можете крутануть, в принципе, два раза бесплатно, если я не ошибаюсь. Возможно, даже либо два, либо три раза, в принципе, если все задания выполнить. И у нас появилось вот это вот событие. Помните, я на прошлой неделе снимал видео вот с этим событием. У вас его не было, то есть, я так понимаю, это было пробное событие в нашем королевстве, может быть, еще в каких-то других было, и сегодня вот она снова появилась, то есть снова халява пришла. Что, собственно, нужно делать? У нас есть код наш, которым нужно делиться. Ну, это получается для лордов, которые не заходили в игру в течение 7 дней, или которые там сейчас играет на возрожденном замке, и у них еще не прошло вот это событие, они могут активировать данный код. Собственно говоря, фермы в помощь. У кого есть фермы, неважно в каких королевствах. Точнее, важно сейчас в событии также добавили вот эти вот серебряные монетки. На прошлом событии, неделю назад, ну, когда она у нас была, я выкупил всю лавку тут, какая была. Вот всю лавку, которая... Все, что тут было, то я и выкупил, в принципе. Тут вот ускоры, камушки там и так далее. Ресурсы, да, я ресурсы не покупал, это не важно, а вот эти вот все, эти выкупил. Почему нужно активировать активную ферму, то есть, ну, ферму, с которой вы играете? Потому что нужно будет выполнить все задания на серебряные монетки, там какие есть. Я предлагаю вам, вот, чтобы было проще, вы прям заходите на ферму, вводите свой код, тренируете там 25 тысяч войск, тратите ускорение на академку, там забираете вот эти все серебряные награды, там делаете ежедневку, чтобы рога получить, и все. Дальше идете на другую ферму. Это меньше запары, меньше вот этого вот всего, и монетки вы быстро накопите на вашу основу. Я в прошлый раз с 8 фермами забрал вот эти вот все награды, кроме ресурсов. Смотрите, давайте вот тут откроем. Не тут, сейчас вот сюда нажмем. Где у нас тут? Лотерея, монетки, еще раз монетки. Монетки оживления можно обменивать на особые предметы лавки. Предметы для обновления лавки могут изменяться от события к событию. То есть, в принципе, данное событие, я так понимаю, вводится на постоянную основу и будет проходить довольно-таки часто. Вот, видите, всего собрано. Я активировал сейчас одну ферму. За одну ферму я получил 45 монеток. Сколько начисляется у нас монетки, монеток? Вот тут вот смотрите, игровой процесс. Вы получаете, если вы какого-нибудь активного игрока пригласили, он начинает донатить, вы получаете помимо монеток еще и золото. Количество, смотрите, количество равно 50% от того количества золота, которое вернувший лорд сразу получил. Все это вы можете почитать, все это о монетках, в принципе, как они начисляются, вы тоже можете это почитать. Вот тут вот, нажать просто вопросики и почитать. И смотрите, тут есть данные события, какая сколько ферм принесла. То есть, вот, смотрите, можно собрать 8 штук, 8 активных ферм, и вы можете собрать. Смотрите, если замок вернувшегося орда достигнет определенного уровня, там, смотрите, 5 серебра. То есть, я сейчас воскресил ферму, 26 уровень. И мне дало 45 монет. Если вы воскресите ферму, то есть маленького уровня, вам даст меньше монет. То есть, смотрите, вот, смотрите, даже уровень замка орда не ниже 30, а даже это 30-я ферма была. То есть, чем активнее и старее ферму вы возрождаете, тем больше монеток вы получите.
Обязательно пользуйтесь данным событием, потому что тут есть лотереи, вот эти вот есть различные награды, но я считаю, вот, ну, это не совсем прям то, что вам нужно. Смотрите, тут дается маркизы. Сейчас можно выбивать маркизиков. Тут на исследование древний манускрипт, кто упирается, прям вот вы можете получать древний манускрипт. И вот смотрите, есть маркизы. Аристократы, само собой, и маркизы. Тут уже на вашу удачу, как вам повезет и как вам выпадет. Также вы можете, если у вас нету ферм, или некому вам помочь бесплатно, в основном, в принципе, у кого-то может быть много есть ферм, вы можете перейти в группу ВКонтакте, она в описании по ссылочке будет, и тут есть вот такая вкладочка услуги, активация кодов, один код 30 рублей, то есть все легко и просто, то есть если у вас нет возможности все это бесплатно получить, вы можете за 30 рублей активировать один код. И обязательно не забывай про телеграм-чат. У нас тут уже 159 участников с различных королевств, где можно просто пообщаться или задать также вопросы по игре. Вам обязательно помогут. В нашем телеграме есть игроки, которые играют менее 3 месяцев, и также игроки, которые играют более 1 года и выше. Для перехода в телеграм-чат ссылочка будет в описании под видео на вот этот вот канал закрытый. После в закрепленном сообщении будет ссылочка на группу, где ты можешь попасть в телеграм-чат, который открыт, и общаться.